distant shores. Stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven. You many foemen, you many foemen. Ну, во-первых, это праздник. Праздник друзей, где все встречаются и получают истинное удовольствие. Миша всех собрал нас. Пусть ребята не отчаиваются, кто не преодолеет, потому что это все-таки зима, это всегда погодные условия, они могут быть разные. Это очень крутой старт, очень классные эмоции, прекрасная, я считаю, погода. Немножко волнительно, но это очень такое прекрасное, такое радостное волнение. Ожидания, как всегда, самые лучшие, то есть хочется добежать, получить огромное удовольствие. Погода классная, она там сделала забег разнообразным. Поэтому прям предвкушение, небольшой мандраж, и надеемся, что все будет хорошо. Снег, зима, вот такой бодряк, настрой, я думаю, что все пройдет супер. Ребят, да прибудь с вами сила, мы ждем вас на старте, спасибо! Что будет очень тяжело, но если у меня получится, я узнаю себе много нового, я стану лучшей версией себя, и я буду очень самой гордиться, но самое главное, мной будут гордиться близкие мне люди, и это бесценно. Люди кругом, болельщики, просто здесь эмоции ножом можно резать, понимаете? За это, Миша, огромное спасибо. Притом погода самая беговая, минус 5, не мерзнем, бежим, радуемся жизни, это самое главное. Потом деревья, снежок выпал. Вы представляете, какой сейчас кайф будет? Это такое испытание себя во всех понятиях. Вот, и, можно сказать, бежал на пределе. Ну, первое, что приходит в голову, это никогда больше. Я думала, в прошлом году сложно. Но в прошлом году это было просто. Я погулять вышла по сравнению с этим годом. Гуськом 30 человек во главе с лидером протариваем эту дорожку. 5 километров, вот последние бежали так, а потом выбежали на асфальт и все рванули, кто как смог. Да, если честно, это полная жесть была. Не знаю, мне хотелось уже добежать и просто, не знаю, лечь. Михаила очень вспоминали с Костей постоянно, что хороший забег он сделал в этом году. Провалилась по колено, ноги чертовски мерзли, я их не чувствовала, и было временами даже страшно. Ну, то есть получить обморожение или еще что-нибудь в этом роде. Но я старалась после таких водных процедур ногами более активно работать, чтобы кровь циркулировала. Ну и слава богу, что все хорошо закончилось. И хорошо, что это закончилось. Все, кто финишировал, просто герои, вот правда.
where the ashes rain in your mind. I will sacrifice. If we're closer to the other side, and the heavens ask not to cry, sacrifice. I will find you in a burning sky, where the ashes rain in your mind. Погода оказалась такой примерно, как мы ожидали, какая она должна быть вот, для Лисы. Здесь нет мест негатива, здесь только позитив, здесь только устремленные взгляды вперед. Никто не сдается, все работают, все понимают, на какие старты они приезжают, что они получат здесь. Ну а наша задача и дальше радовать атлетов в 22-м году, надеюсь, в 23-м году. Нашими стартами, нашей энергетикой и невероятной атмосферой, которую мы даем почувствовать атлетам на наших мероприятиях. Так что всем успехов и до встречи в следующем году, друзья. Оторвемся по полной программе. Как говорится, да пребудет с вами сила, друзья. Рок-н-ролл!